Всем привет, меня зовут Виктор, и мы продолжаем проходить Ведьмак 3 Дикая Охота. И сегодня у нас по плану поучаствовать в святочном празднике Дяды. Что это такое, сейчас мы с вами и узнаем. Так, подожди, может мне меч точнуть сперва? Где же вот где-то есть это точило и... улучшала доспехов. Точила и бронила. Давай. Так. Дяды. Ворожей. О, вот это, подожди, сюда. Коломница и туда пробежаться. Ой, опять тут кто-то там визжит, верещит, пердит, кряхтит, задолбали. Дайте мне спокойно пробежаться. Добежать до дядов. Так, сколько? 85 метров. Так, надо сохраниться. То сейчас мне тут навтыкают. Самое время. Люди, вот тот, кто будет нас охранять. Не бойтесь. Мы начнем выкликать заблудшие души. Некоторым помочь уже никак не можно. От таких-то ты и будешь нас охранять. Удержи злых созданий вдалеке, покуда ворожей не закончит дяды. Начинай. Да не позволяй уж нарушить круга, не давай нас в обиду. Конечно. Ты только главное заканчивай по-быстрому. Сука. Каждый сам из нас решает. Предки явятся пред вами. Что им тяжесть, скажут сами. Нам видите ваши лица. Приходите, мы вам рады. Нынче мы справляем дяды. Кто неверным бродит шляхом, мира смертных не покинув, тех мы легким ясным знаком призываем в середину. Призываем в середину. Дух на чист и жив. Пусть огонь пылает жарко. Дух, явись нам в свете ярком. Призываем, заклинаем, души мы на суд скликаем. Глушь повсюду, тьма ложится. Может, заткнетесь, фанатики? Ясно слышу, мне не снится. Дух в ночи спешит явиться. Пусть огонь пылает жарко. Дух, явись нам в свете ярком. Скажет дух свою мольбу, мы прочтем его судьбу. Вы все умрете. Мне его прогнать? Нет. Я пришел за тобой, отцы-убийца. Скинь, нечистая сила! Заклинаю тебя светом вечного огня! Прекратите это богохульство! Нам же надо бы помочь заплутавшим душам! Молчи! Я не потерплю некромантии! Помоги! Отойдите отсюда. Вы прерываете обряд. Эти люди
занимаются черной магией и беспокоят умерших. Мы этого не позволим. Ты понятия не имеешь об их обычаях. Взять его, а людей разогнать! Люди, не трогайтесь с места! Друга не разрывайте! Груш повсюду! Тьма повсюду! Что-то будет! Что случится? Плохо обернулось, плохо! Беда нам! Кровь запятнала священную землю. Но нельзя прерывать того, что начато. Если хочешь продолжать, я готов. Люди! Надобно закончить яды! Готовьтесь! Призываем, заклинаем, души мы на суд скликаем! Груш повсюду, тьма ложится! Что-то будет! Что случится? Что-то стонет и скребется! Чей-то дух к костру несется! Груш повсюду, тьма ложится! Что-то будет! Что случится? Призраки! Святая земля кровью замарана! Не можно ритуал закончить! Люди, спасайтесь! Бегите, кому жизнь дорога! Вот ты, старый хер! Все сбежали, да? Сколько трупаков-то там? Все пропало. Охотники за колдуньями, должно быть, узнали про дяды у мужиков. Тот призрак, которого они отогнали, был духом твоего отца? Он грозил, что вернется. Думаю, он сдержит слово. Ворожей не боится старого Ямраза. Один ты не справишься. Я же вижу, ты боишься. Призрак может получить над тобой власть. Я изгоню его, но мне надо знать, где он похоронен. Скорее всего, его тело не рассыпалось в прах. И это связывает его с миром живых. Ямрос лежит в болоте. Я поищу тело и посмотрю, что можно сделать. Ну окей, пойдем искать тело. Пойдем искать тело. Так, ну только сперва мы... О! Какой-то меч. Интересный. Так, что здесь у нас еще есть? Распогодилось. Ну, отлично, да? По ясной-то погодке. Проще огребать. Так, давай мы тогда, что у нас? У нас что, нету? Нихера, да? Стальное оружие 79-97. А это 73-89. Ну тут у меня аж три руны стоит. Вот это вот так-то реликт. А это магический предмет. Давай-ка мы пока с реликтом побегаем. С реликтом. Так, что тут он? Тысяча чего-то там пробежать надо метров куда-то. А вон сюда, да? Ну, мне этим хер надо бежать до этого телепорта. Чё тишина такая стала-то, все? Сука, но они, конечно, там верещали со своими этими сектантскими обрядами. Так, а так что еще там? Покажи, что умеешь. Да нахуй они нужны где? Чё ты хочешь там посмотреть, что они там умеют? Так, блин. Геральт, давай мы отсюда убежим, уйдем. А?
Блять, а чё тут? Телепорт не работает. Свет. В верхнем этаже башни. Блин. Ну все, сейчас придется в башню лезти. Блин. Чё за херня произошла, я не понял. Подожди, а самое главное, с какого места произошла эта херня? Это сейчас мне что, еще всех призраков там отбиваться опять заново? Блять, сохранился. Я ж не сохранился точно. Может, автосохранение было какое-нибудь? А? Может, там автосохранялка была? Ну, пожалуйста. Все пропало. А, ну отлично, отлично, отлично. Так, ладно. Пока бежим, подкрепимся жареной свининкой. Нормально так восстанавливает ХП. Сраный, а подожди, вот, а арт не надо, Акси, Игни. Сюда идите. Я ж не хотел вас трогать, я хотел убежать от вас, а вы, падлы, на меня напали. Теперь придется мне вас убить. А, там же огонь горит, да? Свет. В верхнем этаже башни. Ну, пошли. Кто там? Кайромец сидит. Кто там еще может быть? Вот так встреча. Ну как, ты нашла, что искала? Да, спасибо, что спросил. Как себя чувствуешь? Выспался? Зачем тебе эти бумаги? Ну как же, чтобы продолжить исследования, прерванные трагической смертью ученого. Александр исследовал чуму Катрионы. Не уверен. Я хочу использовать его заметки, чтобы создать лекарство. Или хотя бы вакцину. Ага. Из чисто гуманитарных соображений, да? Нет. Я действую из соображений чисто эгоистических. Зато честно. Сильные мира сего дорого заплатят за такую панацею. Например, Родовик. Возможно, он даже согласится забыть о моих прошлых связях с ложью. Или ты слишком наивна, или снова пытаешься меня обмануть. О чем это ты? Родовид хочет одного — победить Эмгыра. Лекарство против чумы ему не поможет, значит, он либо сожжет тебя на костре вместе с этими заметками, либо заставит тебя создать новое оружие. Не говори глупостей. Заражение нельзя контролировать. Пока нет. Но теоретически все возможно, правда? Теоретически возможно скрестить Таксу с Волколаком. У меня нет времени на диспуты, Геральт. Я еду к Родовиду. Нравится тебе это или нет?
То есть тот факт, что ты можешь оказаться причастной к геноциду, тебя не пугает? Не могу поверить, что спал с тобой. Ян тоже удивится, если я ей расскажу. Прости, я запуталась, с кем ты сейчас. Да, вот. Прочь с глаз моих. Вот так-то Геральт, вот так-то Геральт. Я уйду, только когда ты отдашь заметки. Значит, ты останешься здесь навсегда. Ёб твою мать, я что, с ней сейчас мутиться, метелиться буду. Так, Кайра Мец сраная. Да конечно, Кайра. Я ж не хотел. Что ж ты такая паскуда? Да я не смешу тебя, отъебись. Так, а я не понял. Ты чё, живая осталась? Вот и все, Кайра. Не надо было меня шантажировать. Типа я там все расскажу, им разболтаю. Чё, дура, что ли? Вот всё и могло все. Иначе. Могло. Ух ты. Некромантия, магия запретная. В общем, кому интересно, читайте. Вот так. Чё, давай? Давай, медитнём. Помянем светлую память прекрасной Кайры Мец. Эх, Кайра, Кайра. Кто ж тебя за язык-то тянул? Не любишь серебро, да? Кто ты тут? Как тебя зовут? Леслов. Будьте осторожны, на болотах чудище сидит. Кто в туман войдет, тот дома не увидит. Я так понимаю, это ты повесил в штегерах объявление? Понятное дело, я. Хорошо, хоть кто-то читает эти писульки. А то я 60 яиц отдал писарю за помощь. Я могу помочь. За плату. Разумеется. За даром-то даже волк лук не тянет. Хорошо, я берусь за работу. Где искать чудовище? Так к югу отсюда начните. Только осторожней. Над этими болотами мор какой-то висит. Глаза щиплет, в горле скребет. Да так, что задохнуться можно. Чудовище с болот. Ладно, мы его потом. А, стой, мне ж надо тут тело ворожея найти. Я уже и забыл, зачем я сюда прибежал. Так. Сука, ну тут столько этих мудаков. Да стопудово где-нибудь в центре лежит, блин. Еще тут какие-то безумные эти носятся. Ну все, началось. А вон тело, все, я нашел. Нехорошо.
болоте останки Ямраза неплохо сохранились. Ворожей раскроил ему голову. Чтобы призрак ушел, тело надо сжечь. Ну окей. Мне просто игнием его бахнуть. Покинь мир живых и никогда не возвращайся. Поговорить с ворожеем. А чтоб вас... Вот это вот огромный-огромный недостаток современных игр. В одно место бежишь, 1600 метров. Выполнил квест, потом надо вернуться, теперь надо поговорить. Еще 1600 метров там, да? Вообще отлично. О, что такое? Мужик и баба, да? А чё за прикол? А чё она тут лежит? Это может что-то типа какой-нибудь пасхалки там, я хер знает. Туманник. Так, ворожей. Где ты, в рот тебе компот? Вон он ты, да? А мне надо вот сюда. Погнали. А во время боя ты не прыгаешь же. Больше носишься туда-сюда, туда-сюда, блядь. Не, я ничего не имею против, игра охрененно. Просто это не только вот в Ведьмаке такая херня, то есть это во всех играх современных такая фигня. Постоянно из пункта А в пункт Б бегаешь. Еще хер знает за сколько там километров. Так, давай сюда. Где ты тут? Большие сучья. Так, а чё у меня с FPS-ом-то? Чё ты такой низкий-то? Тело твоего отца и сжег. Это ты хорошо сделал. Он вернулся бы. Думаю, дух больше не вернется. Спасибо тебе, ведьмак. Прими это в награду за помощь. А если тебе травки, когда понадобятся, или лекарства, ворожей все даст. А вот сейчас мы и проверим. Белый волк, мудрый волк. Чего ему нужно? Мне кое-что нужно для эликсиров. Покажи, что у тебя есть на продажу. То есть не даст, а продаст, да? Вот так-то. Вот так-то и обманывают шкуру драконида. Так, а что у тебя тут есть? Нихера, да, такого? Что бы меня, в принципе, особо-то интересовало?
Так, я тебе только камни могу продать. И все, да? Шкура. Медвежья. Винный камень, алхимический ингредиент. Так, ладно. Короче, нихера у тебя. Люди из деревни часто тебя навещают? Ну, конечно. У кого дело есть, тот приходит. А с чем приходят? Если кто хочет с покойником примириться, потому как тот к нему является, но тогда уже нужно до дядов обождать. Или если у кого злой дух в хозяйстве шарудит, тогда ворожей его выгонит. А если бы я захотел, ну не знаю, любовный эликсир? Тогда бы я колдуньи отослал. Не ворожей это дело. Будь здоров. Колдунью я уже убил. Ну, что поделаешь. Так, что у нас тут? Давай, дикое сердце. Спросить соседей о Ганне. О, это где-то рядом. Это где-то рядом. О. Козя там блеет. Ну ладно, хоть... Иногда не это. Везет, не впустую. Возвращался. Квест рядом хоть. Так, у кого спросить, а вот. Здравствуй, ты Гляна? Я. У меня на продаже только хрящики и шпик. Но придется обождать, пока я все разделаю. На самом деле я хотел поговорить про Ганну. Вы, кажется, дружили. Она заходила, бывало, поболтать. Последнее время у нее все было в порядке. Не знаешь, куда она могла пропасть? Да нет, она веселая была, как всегда. По-моему, так ее волки сожрали. Последнее время по ночам только и слышно, что волчий вой. Даже бароновы люди точно стали нам меньше докучать, потому как волков точно боятся. Она, небось, в лес зашла подальше. Ну, за грибами, может. Вот на нее зверюги и напали. Ты жена мясника? Сударь, да какой он там мясник? Ой, когда-то, когда мы еще под Новиградом жили, можно было и так сказать. А теперь он павшую скотину разделывает. Кости всегда на суп пригодятся. Ну, берете что-нибудь? Спасибо, будь здорова. Будь здорова. Чё ты пристала ко мне, блин, женщина? Так, может, ты мне починишь? Ну? Па-па-па-пра-па-пам. У меня есть вот такой чертеж. Сможешь сделать по нему оружие? Починить сможешь? Лавка. Ох ты, так, что такое? Серебряный меч. Гвеннель. Ну, ты у нас на 15, да, урона? Ну, как бы. Такое себе. Такое себе. Так, а чё тут что-нибудь есть? О, есть. Ну хорошо. Удачи. Починил ш. Вообще. Банки, что надо.
Так, сохранись, ё-моё, а то опять сейчас какая-нибудь падла тебя там загрызет. Чё, разжалел Геральт? Не можешь протиснуться. Так, ну, наверное, возле волков надо искать, да? Как бы это ж логично. Ведьма? О, так ты жива. Что ты здесь делаешь? Не стоит ходить по лесу в одиночку. Я хочу тебя попросить. Перестань искать Ганну. Будь она жива, давно бы вернулась. Я дам тебе два раза постолько, сколько обещал Неллин. Только скажи ему, что Ганна умерла. Ты не хочешь знать, что с ней стало? Мне незачем себя обманывать, ведьмак. Здесь, в Велине, если кто-то пропадает на такой долгий срок, то уже не возвращается. Ганна наверняка умерла. Я хочу, чтобы Неллин примирился с этим. И начал жить заново. Мне очень жаль, но я не привык бросать работу. Правду о вас, ведьмаках, говорят. Нет у вас сердца. Не, ну мне просто интересно, что с ней стало. Что ты там замышляешь? Может, у вас там какие-то шуры-муры вообще там? А, вот она. Она. Это, скорее всего, сделал не человек. Раны резаны, как от длинных когтей. Здесь вырваны куски мяса. Становится интересно. О, похоже, это... Там Ганна, наверное, она какая-нибудь это... Волколак или еще какая-нибудь... Тварина. Вот и все. Так, а что у нас тут интересно становится? Да мы это уже смотрели. Становится интересно. Следы когтей очень глубокие. Найти в лесу Ганну. Ганну. Так, это чё? Должно быть, запах Ганна. Слагающего разорвал ее на куски. Повсюду кровь. Точно волколак. Надо быть начеку. Начеку. Найти логово волколака, кровь, да? И следы лап. Интересно, куда они меня приведут? К логову. Давай поспорим, что к логову приведут. Он забрался на дерево. Я туда не залезу. Может, на земле еще что есть? Ну вот же красным горит, что ты? Ну... И чё? Геральт, шары разуй. Вон же на земле красным горит. Зараза, он забрался на дерево. Я туда не залезу. Может, на земле еще что есть? На земле. Ну давай посмотрим. Вот давай сюда сбегаем, да? То есть, что тут еще на земле-то должно быть? А, мы уже за горизонт вышли.
Не, ну это фигня какая-то. Ну и где? Тут единственный красный след, это возле вот здесь вот. А почему он нет, а не активен? А? Почему след-то не активен? Блин, может надо просто это, если он забрался. Ну на дереве-то не видно ни хера. Ну вот же на земле есть след. Зараза, он забрался на дерево. Я туда не залезу. Может на земле еще что есть? Геральт, не беси меня, а. Ну вот, красные следы. Они же если... Они же не должны быть активны. Черт, блядь. Геральт, скотина. Че еще где есть-то тут? А? Вот что тебе еще тут надо есть? Где вот что еще есть? Красный же след есть возле этого, где он на дерево забрался. Че ты его облапать не можешь, там обнюхать, не знаю, что там, попробовать на вкус, на запах, на цвет, какая разница там, на консистенцию, я хер его знает, что ты там делаешь. О, блядь. Олень тут валяется. Чё за бесячье-то это? Причём? Ну, найти логово. А, вот и чё-то у... Сука. Да, не мылась эта тварь уже очень давно. Да уж. Так, тут же запах дыма был, да? Ой, дыма. Запах просто был. Дым розовый. И чё, алё, гараж. Подожди, он чё, по деревьям, что ли, скакал? А это точно волколак? Это, может, тарзан какой-то, или орангутанг там? И что? Всё? А, нет, вот. Он... Скорее всего, точно какой-нибудь этот орангутанг там. А не волколак. Так. Мужская одежда. Разорвана, но следов крови не видно. Зачем сдирать одежду и бросать ее в лесу? А затем... Что? Это оборотень, да? Оборотень. И чё мы сейчас... На охотничью стоянку. Отлично. Сохраняемся. Заходим. И... Я думал, сейчас мы драться будем. А мы будем мародерствовать. Не, это мне не надо. Слиток серебра обязательно возьмем. Арбалет попался. Чё, трусы чьи-то валяются. Ключ нужен. Заметки. А, это заметки. Кто их писал? Чё, давай посмотрим. О, как много. Так, давайте, загадочные записки. Я тот, кто я есть. Этого я изменить не в силах. Рубахи, сотканные собачьи петрушки и эликсиры из слез девственницы помогают в бабушкиных сказках, но мне они не помогут. Пора с этим смириться. Любовь Ганны и железная дисциплина дают результат. Главное не забывать прятаться в лесу перед восходом полной луны. Уйти как можно дальше от людей, подальше от Ганны. Приступы приходят и уходят. Я прихожу в себя с израненными руками и вкусом крови во рту. Ничего не помню. Может быть, оно к лучшему. Убивать добычу стрелой из лука — это одно, а рвать ее клыками и когтями. Но здесь глубоко в лесной чаще я не причиню вреда людям. Милостивая Мелителя, берегите заблудших на этом лесу.
Ключ, стопэ, мне надо ключ найти. Я хочу вскрыть этот замок. Так, а тут есть пещера, короче, где-то вон. Чё мы сейчас? Пойдем найдем пещеру, да? Где пещера? Где-то внизу должна быть вход. Так, а где войти-то теперь в тебя? Не, ну пещера... А, подожди, вот, под домом. Может, где-то здесь? Вот. Нашли мы что-то. Дикое сердце. Так, и что? Аксий. А, нет, это не то. А вот арт. Давай в пятку. И погнали. Погнали. Дикое сердце. Так, что, надеюсь, тут волколак будет. Никаких туманников, нихера. Ты что, неохота мне с этими уродами, туманниками драться. И чё? И чё? Вон там что-то красненькое было. Мне, показалось. Так, и чё? Ну... Эй, а здесь что, ключ не найти там от того сундука, что ли? Я-то надеялся ключ от сундука там найти. Так, сохранилось. Стопы, а где? Так, а я что, я до сих пор без этого, без... О, арбалет какой-то новый у меня крутой, да? Давай возьмем тогда тебя. Так... Ну и чё, вот я обыщу логово этого волколака. Чё я тут найти должен? Корову вот эту дохлую. Ну, я нашел ее. Вон сундук еще какой-то есть. О! Кираса. Так себе. Так себе. Не, ну вот это вот выход. Блять, хоть подсветить себе, хоть... А, стопэ, подожди... И чё это, я куда тут приземлился? Ну и чё, я не понимаю. Чё здесь? Я уже всё обыскал, наверное. Мне где-то наверху там что-то найти надо или что? Не, ну показывай, что ты здесь, что мне надо обыскать. Только что мне тут найти надо? Пиздец, блядь. В трех соснах заблудился тут, блин. Тут нету никого, ни хрена. Но... Подожди, он мне показывает что-то. Вот это вот, что ты мне показываешь? Вот здесь, вот это где? Это внизу? Ниже. Он показывает ниже меня, да? То есть вот здесь. Так, стой, он мне показывает. А чё ты мне вот показываешь-то? Ну вот я. Ну, я сюда зашел. Все, значит. Значит, здесь надо искать. Я, блядь, а чё искать-то надо, я не понял.
кого искать? Что тут? Проход где-то должен быть. Или что? Что мне найти-то надо? А, ёптать, второй пункт, дождаться ночи. Пиздец ты. Ой, ты, Алёша. Ой, ты, Алёша, блин. Давай сохранимся и ночи подождем. Уж что тут осталось-то? Блин. А, я еще не дождался до ночи. Рано поторопился. Вот. Ну чё, волколак, я, сука, столько тут отбегал. Мудила ты. Но. Ё-моё. А чё это, ты ещё и волков позвал, да, на помощь, гад? Ты еще и хилишься, да, тварина? Ладно. Хера у него регенерация. Да, я в курсе. Микантропия может случиться у каждого. Мне очень жаль, но я должен. Ты ничего не понимаешь. Я его люблю. Он почти уже был мой. И тут объявился ты. Уходи. Оставь нас. Точно не оставлю, пока не пойму, что здесь происходит. Я люблю его. Всегда любила. Даже когда узнала его секрет. О-о-о. Ты знала, что я не охотиться хожу, а просто закрываюсь, чтобы переждать? Знала. И мне это не мешало. А ты выбрал Ганну. Если бы она увидела, кто ты такой, она бы бросила тебя. И мы, наконец, были бы вместе. Ты привела ее сюда. В ту ночь я проснулся у пещеры. И во рту у меня был вкус человеческой крови. Теперь я понимаю. Я сделал это ради нас с тобой. Она должна была увидеть, как ты обращаешься, ничего больше. Да уж. Я не желала ей смерти. Поверь мне. Не верю. И в первый раз убью в трезвой памяти. Это ваши дела. Я не буду вмешиваться, но если еще раз тебя увижу, убью. Нет! Пощади! Ты родную сестру не пощадила. Вот так-то. Вот так-то. Все. Все. Я говорил, что убью тебя. Я помню. Давай, убивай. В следующий раз, когда захочешь покончить жизнь самоубийством, не впутывай свои дела других. Возьми вожжи и повесься на них. Я всегда был трусом. Сделай это, прошу тебя. Ну. Я уже думал, без трофея уйду. А вот и ключ Неллана. Подожди, а что за зеленый дым такой? Это что такое означает?
Стой, подожди, да что за херня? Да ёпты. Так, где сундук? Что за зеленый дым? Это мне... Что это означает? Так, давай. Здесь мы выполнили. Допка. Прорицатель правду скажет. Скачки, гривинт, собрать. Ну тут по сути это... ведьмачьи заказы теперь остались, да, у нас? Ведьмачьи заказы тут крутые. Шестой. Вот этот вот. Вот этот вот. Блин. Далековато бежать от дерева висельников придется, да? А что делать? А что делать? Так, давай мы сперва, знаешь что? Ом-ном-ном сделаем. Помедитируем. Да? Помедитируем. Ищем о нем сюда. Все равно тебе надо исследовать эту рассадник чудовищ. Тебе надо исследовать все равно эту территорию. Открывать телепорты разные. Пробежишься, ничего стройнее будешь. Геральт, что ты ноешь? Вперед и не базарь. Ой-ой-ой-ой-ой. К такому меня жизнь не готовила. Да уж. Хоть от дерева висельников. Не понимаю, о чем ты. Так, а что, у меня много добра-то? А, мне продавать-то особо нечего. У вас неприятности с каким-то чудовищем? Неприятности? Эх, ты ладно выразился. Да мы, сука, в самой черной жопе. В самой черной жопе. Какая-то кудлатая хуйня. На каждый гребаный транспорт, который едет по бычаку. У нас уже болты кончаются, стрелы, провиант. Нехорошо. Послал я пару людей, чтобы глянули, что там и как. А они не вернулись. Ну ладно, я понял. Принесешь мне башку этой манды, сколько в объявлении написано. Торговаться не буду. Квартирмейстер больше не даст. Но могу от себя добавить грамоту, с которой можно через понтер перейти. Ну так как, по рукам? Конечно, по рукам. Неплохое предложение. Посмотрю, что можно сделать. Конечно, по рукам. Голову-то манды что не принести-то? Кудлатой в этой твари. Чё тут? Не это, да?
чё? Одинокий цветочек. Ну, чё тебе стоять? Давай я тебя сорву. Вот ещё стоит, да? Голову принести. Следы когтей, тупых зубов. Здесь пировали трупоеды. Но они сбежались на все готовое. Все разграблено. Или кто-то свистнул груз уже после нападения монстра, или наш монстр коллекционирует боеприпасы. Следы когтей, тупых зубов. Здесь пировали трупоеды. Следы ног. Кто-то выжил. Сбежались на все готовое. Для чудовища похоже на человека. Следы когтей, тупых зубов. Да это я уже слышал. А вот еще. Раны как от когтей. А здесь... обломанное у самого тела. Что-то здесь не так. Пойду по следам. По следам, ведьмачье чутье, да? Ведьмачье чутье. Так, а где следы? По вот этим? Да стопудово бандосы там что-то учинили. Здесь стоит осмотреться. Ну, ёптыть. Чё тут осматриваться-то? Сраные утопцы. Еще один шаг, и у тебя в башке будет лишняя дырка, Деина. Чего ты тут ищешь? Я должен поговорить с твоим командиром по важному делу. Я тебе не верю. Я догадался, когда ты навел на меня лук. Ты все еще держишь меня на прицеле. Я не буду делать никаких глупостей, уверяю тебя. Тогда отдай мне оружие. Ну, давай мечи. Сними их, и я отведу тебя к Вернусиэль. На это я не могу согласиться. Это твоя ошибка. Последняя, которую ты допустил. Айтме! Thank you.
Вот и все. Спасибо за дроп. Спасибо за ваш дроп, да? Так, вернуться к командиру дозора за наградой. Ладно, пошли. А пока бежим, поэрегенимся. А что-то я оттуда убежал, а у них же там лагерь был. Слушай, я вот нахера оттуда убежал? Там же вроде лагерь был, надо его это... Что-то даже не пошарил там ничего. Сундуки, может, там какие-то есть, еще там что-нибудь. Как вот так вот? Да? Тут вообще какая-то деревня. Слушай, может, тут есть этот? Корчма на распутье. Ну ладно, тут телепорт есть, вот. Надо ж посмотреть, а не это. Блин, я сейчас, правда, хер найду уже, наверное, это место. Я ж тут все позачистил и с трупаков все собрал. Блин. Да уж, хули тут искать. А, вот лагерь бандитов, точно нашел. Конечно, говно какое-то. Что-то меч какой-то, надо будет глянуть, что за меч. Все, да? Рецепт квибрит. Квибрит. А ну тут... Тут нету телепорта к ним по-бырому. Придется бежать. Так, а чё тут? Ну, никакого нормального меча тут нету. Хотя там это... Подожди. Какие-то кафтаны. А, это я заменил, который, да? Все тут. Все ботва, короче, одна. Можно было и не возвращаться. А чё, как я вообще на это... На берегу моря оказался-то? Куда я вообще прибежал? Капец, я вообще... Я как-то... Ладно, короче, не заморачивайся ты на эту тему. Квест беги, сдавай. Можете выходить, я вам ничего не сделаю. Ты когда в последний раз ел? Дети, что ли? Неделю назад. Половинку жареной белки. А потом еще немного ягод. Возьми-ка. Поделись с остальными. Это нам? Правда? Вот спасибо. Вот вам тогда. За вашу доброту.
любишь сверчков? У моего папы ты тоже когда-то был ага. Не пообщаться. Ну ладно. Ну, наконец-то. Ну как, нашел чудовище? Не было никакого чудовища. На конвой нападали эльфы из отряда Скатаэлей. Возьми, это их беличьи хвосты. Скатаэли, значит. А я-то думал, мы этих крыс всех до единой перебили. Что нелюди поумнели. Ну, значит, надо будет их вразуметь. Составим список длинноухих со всей округи. Повесят каждого десятого. Вот они и успокоятся. Ага, обязательно. Вижу, ты прямо как я рассуждаешь. Хороший ты мужик. На, вот тебе обещанное золото и грамота. Счастливого пути. Редранская подорожная грамота. Ну, отлично. Так, давай еще посмотрим, что у нас тут. Так, ведьмачьи заказы, допки. Так, заказ кликатун. Блин, вот справлюсь, не справлюсь я с кликатуном этим. Ну. Давай-ка мы, наверное, уже на кликатуна пойдем в следующей серии. А то сейчас там, чувствую, затянется она. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Всем пока, до новых встреч.